Привет! Привет! Ну что, сегодня мы с вами окунемся в мир захватывающих приключений в деревне Лего. Оттуда поступило сообщение от местного жителя, что пропала повозка с лошадьми и пропал из всех средств связи ваш друг Гекко. Ну что, ребята, отправляемся в деревню? Поехали! Добрый день, уважаемые горожане, подскажите, пожалуйста, может быть, вы слышали либо видели что-нибудь необычное, либо вызывающее подозрение? Нет, я ничего не слышал и не видел, я здесь проездом. А вы, мисс? Нет, я тоже проездом, я ничего не знаю, может быть, вы спросите у управляющего пиццерии? Добрый день, подскажите, пожалуйста. Да, да, добрый день. Я вам могу лишь сказать только одно, что вам лучше проехать на ферму к Роджеру. У него пропали лошади, скорее всего, вы там можете узнать что-то побольше. Хорошо, спасибо. Всего доброго. До свидания. Амайя, Олег. Девочка с красным оттенком глаз и каштановыми волосами. Она носит очки и может кувыркаться колесом. Она очень хорошо видит в темноте, используя команду «Совиный взгляд» и летать с помощью суперкрыльев. Ну что, ковбой, Олег? Друзья, вперед! Дальше едем к фермеру Роджеру. Давайте спросим у него. Добрый день, мистер Роджер. Да, да, это я. Подскажите, пожалуйста, нам сказали, что это у вас пропали лошади? Да, вы совершенно правы. Прошлой ночью пропала повозка с моими лошадьми. И раздался очень странный звонок, судя по которому я понял, что этот воришка является девочкой. Она представилась лунной девочкой. Ага, все понятно. Мы знаем, кто это. Да, на заднем дворе у меня стояла повозка, а потом она пропала. Спасибо. Мы отправимся на поиски и поизучаем ваши окрестности. Хорошо, спасибо. Кэтбой, Коннор. Это голубоглазый мальчик с каштановыми волосами. И в момент трансформации он одевается в синий костюм с кошачьими ушами и тонким кошачьим хвостом. Является лидером группы. Ну что, Кэтбой, Олег, поехали. Мы получили ценную информацию. Поехали, поехали, окрестности изучим. Олег, не отставай! Смотри, смотри, Кэтбой, смотри, там что-то странное за кустами. Да, давай-ка посмотрим. Я тоже обнаружил след. Это похоже следы, которые указывают на лунную девочку. Да, характерный след от мотыльков. Так. Ага, это точно она. Ха-ха-ха-ха. А вот и я. Да, это моих рук дело. Я спрятала вашего друга. И украла лошадей мистера Роджера, но вам никогда не узнать, где они находятся. Нет, ты скажешь нам, ни за что, и никогда вы не узнаете, где они находятся. Ах так, тогда мы применим силу к тебе. Получай, нет, нет, пожалуйста, я все расскажу, перестаньте, перестаньте. Я не буду больше так, я согласна рассказать, где находится, согласна. Так, мы слушаем тебя, рассказывай. Нужно поехать обратно на ферму к Роджеру. Там находится сзади фермы потайное место, где я спрятала его лошадей. А также ваш друг Гекко, который находится там. Ну что, поехали, поехали. Давай посадим ее в свой автомобиль. Олег, садись ты в свой, а я посажу ее в свой. Давай проедем и проверим ее показания. Она правду говорит или нет? Может быть, ее информация очень даже является ложью. Давай, проедем. Грег, Гекко,
Это зеленоглазый мальчик-блондин, который умеет делать шпагат. Это тоже герои в масках из мультфильма. Значит, он превращается в рептилию, использует команды суперкамуфляж Гека, супермускулы, супербег ящерицы. Также лунная девочка. Это отрицательный персонаж. Она имеет помощников мотыльков и лунную доску. Вот, вот, вот здесь находится эта ферма. Вот здесь я спрятала этих лошадей. Видите? О, Гека, Гека! Ты нашелся, наш друг. Да. Ребята, отключите, пожалуйста, питание. Питание, там очень мощный электрический ток поступает. Так, найдем, сейчас найдем. Все, наконец-то я могу быть свободен. Я могу быть свободен. Ребята, как здорово. Посмотрите, пожалуйста, обнаружились лошади. Лошади мистера Роджера. А вот и сам мистер Роджер. Спасибо, ребята. Я вам так благодарен за то, что вы нашли мою пропажу. Мои родные лошадки. Вы в целости и сохранности. Ну что, ребята, сегодня мы в увлекательное приключение с вами попадали, да? Мы спасли и лошадок... Нашли пропажу лошадок, да, мистера Роджера, и нашли своего друга Гекко, спасли его от лунной девочки, которая потом стала стыдно за свой поступок, да? Ну что, ребята, давайте прощаться. Пока-пока, подписывайтесь на мой канал. Да, всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал, до новых встреч!